Ребята, всем доброе утро. Мы сейчас будем завтракать. На завтрак у нас киш с ветчиной и сыром. И тут у нас с цукини и козьим сыром. Так что мы сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита. У нас сегодня, кстати, солнышко. Вроде хорошая погода. В общем, опять пользуемся моментом, пока нет дождя, солнышко прекрасное, хотя тучи есть, облака такие прям конкретные, и мы решили выйти быстренько прогуляться, пока погода шикарная, да? Ваня на сегвей, как обычно. Я вчера пешком ходил. Ну да, вчера Ваня пешочком гулял, а сегодня решил на сегвей погулять, так что мы вот... под мостик зашли, поэтому сейчас темно. Ветра нет у нас. Да, мы шли просто в начале парка, был сильный ветер, и тут ветра нет, думаю, так, нужно, пока ветра нет, заснять обязательно, чтобы вам хорошо все слышно было. Так что гуляем, у нас сейчас деревья цветут, просто такая красота. Ах, вообще кайф, весна, здорово. Центру, смотрите, у нас уже вовсю готовятся к Пасхе, продают яйца шоколадные, и тут у нас шоколадье есть, здесь очень красивые, смотрите, динозаврик с яйцами, улиточка, курочки, цыплята, вон там вот вообще футбольное поле, смотрите, шоколадное, сейчас я приближу, прям с игроками, круто, динозавры разные. И это все можно купить и съесть. Все, мы пришли в пункт назначения. Мы пришли покупать шарики. Да, хотим завтра, так как завтра у нас будет праздничный завтрак, вот хотим шарики сделать. Так что идем. В общем, мы хотели шарики купить, голубые звездочки. Но вы представляете, смотрите, какие есть цвета. Голубого нет. Есть зеленый, красный, розовый, золотые, серебристые звездочки. Голубого что-то вообще ничего нет, ни синего, ни голубого. Ну вот эти есть. Но это не совсем то, что мы хотели. Блин, как-то я даже немножко разочарована. Но смотрите, тут всякие разные есть. Можно, кстати, какие-нибудь вот такие тоже взять. Везде. Смотри, всякие там мороженки есть, тоже прикольные. Вообще очень круто. Главное, не улетите. Опа. Ага. Все, мы уже привернулись с прогулки домой. Смотрите, какие шикарные шарики. Мы уже пообедали. И сейчас я вам покажу вот эту вот коробку, которая заказала с Алиэкспресс. Тут куча всего пасхального и вообще весеннего. Так, значит, я заказала такую вот вазочку с кроликами. Вы посмотрите, какая красота. Не знаю, что за нитки. Вот такая вот вазочка. Я хочу вот эти вот цветочки всякие разные сделать в эту вазочку. Вообще хотела сюда тюльпаны засунуть, но смотрите, здесь дырка. Либо дырку нужно как-то заделать, чтобы можно было туда набирать воду. Вот, либо вот такие вот сухие цветы ставить. Так, что у нас здесь? Ну, здесь много чего. Еще вот здесь вот тоже тарелка с зайчиком. Сейчас покажу. Так, смотрите, какая прелесть.
Вот так. Смотрите. Опа. Класс. И сейчас вот здесь вот тоже много всего. Сейчас я все достану и покажу вам. В общем, здесь идет вот такой вот рулон. Это салфетки. Или как дорожку делать на стол. Очень мне понравилось. Также у меня здесь есть вот такой вот заяц. И сейчас я достану тарелку. Тарелка как поднос. В общем, ставите тело зайчика, сверху тарелку и сверху голову зайчика. Так. Я потом вам сблизи покажу. У меня опять зайки, 3 штуки. Эти 3 зайчика держат вот эту тарелку. Подвину. Я все расставлю и потом камерой засниму. Все. Так, так. И вот так. Отлично. Что у меня здесь еще? Тут вот замотаны пасхальные венки. Веночки. Это хорошо упаковано. Красиво. Вау! Смотрите, какой красивый. И в наборе идет крючок. 1. И вот тут вот у меня еще 2. Здесь. И вот такой вот. То есть они одинаковые, разница только в цвете цветочков. Этот с такими розовыми цветочками, а этот с желтенькими. Или нет? В общем, это дерево с, сейчас я распрямлю с яйцами тоже, с пасхальными. Ну вот. Вот такой вот яйце. Вазочка, 1 такой зайчик. И это морковка. В общем, вот так это все выглядит. И вот тарелки. Тарелка, которую держат 3 зайки. Тарелка с 1 зайкой. И тарелка с 2 зайкой. Ой. Ну, я довольна посылочками. Сейчас составлю букетики для этих 2 маленьких вазочек. Que dijiste otra vez lo siento, mami me sé ese testamento. De pies a cabeza sé cómo tú empiezas. Pa' ser real, primero me tienes que demostrar un poquito si es que tú me amas. Es que tú me gustas, de confianza abusas, mujer. En mi habitación, sion, 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 sion. Y con mi canción, sion, 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 sion. Haciendo el amor, mor, 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 mor. Es que quieres fiel, pero estás con el baby. En mi habitación, sion, 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 sion. Y con mi canción, sion, 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 sion. Haciendo el amor, mor, 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 mor. Es que quieres fiel, pero estás con el baby. Hasta que me dejas en visto, crees que te voy a perdonar. Tú me jodiste la vida, ahora te voy a celebrar. Y todos los años contigo, parece que yo lo perdí. Me viste la cara de pendejo, y eso yo lo permití. Que tú pensabas que íbamos a regresar. Dice el dicho, el que te amaste sin llorar. Eso para tu caso, pero menos para el mío. Porque justo en esta situación, ya todo lo tengo. En mi adicción, sion, 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 sion. Y con mi canción, sion, 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 sion. Haciendo el amor, mor, 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 mor. Es que quieres fiel, pero...
pero estás con el baby. En mi habitación, sion, 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 sion. Y con mi canción, sion, 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 sion. Haciendo el amor, mor, 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 mor. Dios que quieres, yeah. Pero estás con el baby. Acércate, aclara tus dudas. Yo soy mejor que él, de aquí te mudas. Con dulce ni eres miel, tú eres un Judas. Que te abrigue la vida porque es muy cruda. Acércate de paso, te hago un repaso de todo lo bueno que tuviste a mi lado. Yo sí dudo mucho que tengas lo que yo tuve. Él una avioneta y yo el dueño de las nubes. Вот что в итоге получилось. Вот такой вот стол. Я решила сделать такую вот дорожку. Тарелочки, вот эти вот яйца шоколадные, вот эти вот маленькие яйца тоже шоколадные, а это суфле, вот зефирки и тюльпанчики, естественно. Так, а с этой стороны вот этот столик вот так вот теперь выглядит. Завтра еще здесь будет стоять торт на тарелке из трех зайчиков. В общем, вот так получилось. Шарики и... Эту вазочку с кроликами я поставила рядом с нашим альбомом свадебным. Кстати, покажу вам обязательно. И наша фотография свадебная с нашими инициалами и датой. В общем, вот так вот получилось. Как по мне, классно. Вазочка мне очень нравится, красивая. Сегодня целый день куда-то ездим, куда-то ходим. В общем, мы заехали в магазин. Купили недостающие ингредиенты для завтрашнего завтрака. И плюс еще купили сегодня, заехали рыбку, чтобы на ужин приготовить. Лосось. Делаем салатик, запечем в духовке тоже спаржу. Я думаю, картошечку. В общем, да, немножечко закупились. И сейчас возвращаемся домой. Сегодня суббота. В торговом центре, в супермаркете была просто такая длинная очередь. Столько много людей, парковка вся забита в несколько этажей, что это так выматывает, когда очень много людей, прям устаешь нереально быстро. Поэтому мы все купили быстренько по списку и валим отсюда домой. Ну, да. Особенно, когда ты хочешь все это быстренько сделать. Да, а оно быстренько не получается, потому что то очередь, то еще что-нибудь. И да, в общем, все. Мы едем уже, едем домой. Отец, я устала сегодня. Чуть не могу. Мы накладываем рыбу. Сегодня у нас сальмон. Вот. У нас сальмончик сегодня со спаржей и черри. Ты где сидишь? Я не знаю, где-нибудь. Вот. Мы еще, кстати, играем в Катар. Сейчас вам покажу нашу карту. Мы решили... Вот так вот у нас игра находится. Вот, а кушать мы будем на кухне, чтобы не убирать игру. В общем, очень, кстати, практично. Вот. Все, ребят, в общем, я сейчас иду монтировать влог. Сейчас уже час, больше, чем час ночи, час копейками. Вот мы наконец-таки закончили играть. Завтра рано вставать, так как мы планируем делать поздний завтрак. Потому что там Надя у нас не может позже приехать. Поэтому, в общем... Завтра уже все объясним, я сейчас иду монтировать. Все, увидимся с вами завтра. Все, пока-пока.